Друзья, рада встрече с вами на моем канале «Поделки с детьми». Предлагаю вам сделать вот такое прекрасное оригами-сердечко. Для этого нам нужен квадратик. В данный момент я взяла квадратик шириной 19 сантиметров. 19 на 19. Берем наш квадратик и слаживаем пополам. Разворачиваем и слаживаем еще раз пополам. Разворачиваем эту сторону. Мы слаживаем к центру. Теперь переворачиваем. Эта сторона у нас идет к центру. Фиксируем. Эта сторона у нас тоже идет к центру. Заложили и зафиксировали. Вот так. Теперь переворачиваем. Эта сторона к центру. Загинаем вот так, аккуратненько. Эта сторона тоже к центру. Вот такая заготовочка должна получиться. Теперь у нас здесь образовался квадратик. Мы его слаживаем вот так по диагонали. Фиксируем. С этой стороны тоже. К центру идет эта сторона. Мы так фиксируем. Теперь этот уголочек у нас идет к этому уголочку. Мы пальчиком вот так придерживаем, а в это время расправляем вот эти наши карманчики. Вот так у нас получилось. Мы открываем. У нас здесь карманчик. Вот теперь этот уголочек мы прячем в этот карманчик. Здесь вот наши треугольнички. Здесь образовался квадратик. Мы его тоже залаживаем по диагонали. Фиксируем. Вот этот треугольничек, нам нужно вот этот уголочек завести вот сюда. Фиксируем. С этой стороны тоже квадратик слаживаем по диагонали. Этот уголочек у нас идет вот сюда в центр. Зафиксировали. Переворачиваем. Вот такое чудесное сердечко оригами у меня получилось. Друзья, была рада встрече с вами. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего вам доброго, улыбайтесь и будьте счастливы.